Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, и мы продолжаем играть в The Binding of Isaac Rebirth. И у нас потихоньку уже собирается Polaroid, что круто. Но сейчас не об этом. Я хочу еще раз сатану вальнуть, потому что когда я его мало раз убивал в принципе. И попробуем сделать это Азазелем. Он у нас занятный малый. Blast Damage. Что-то веселое. Также у нас карта дурачка, которая нас телепортирует в начальную комнату. Что не так, чтоб нужно. Ну, по крайней мере, довольно просто валим вот этих всех ребят. О. Стоит не забывать про эту специфическую его атаку. Азазеля имеется в виду. Окей. Тут что за карта? Еще один, что ли? Монетки, монетки, монетки. Это всегда здорово. И по идее секретка здесь. А, ну блин, одинаковые. Что я паникую? Золотой сундук открывать мне абсолютно нечем. Давайте здесь. В смысле? А где? Очень странно. Не, конечно, она может быть вот здесь. Или там дальше. Давайте попробуем все-таки. Тоже нифига не здесь. Ну, значит, один вариант, что вот здесь. Но это странно. Да. И тут куча неведомых пилюлек. Больше скорости, меньше здоровья, все отлично. Еще и амнезия до кучки. Все, замечательно слетал. Пойдемте к боссу. Это не самый лучший босс. Хотя убегать от него довольно просто. В такой вариации. Именно за Зелем. Так, аккуратненько. О, мелкого завалил. Отлично. И теперь главное с этим справиться. О. Чего-то там даже открыл. Хорошо. Speed и size down, да, поменьше стал. И еще минус скорость. Ну ладно, не смертельно. У нас ее предостаточно. У меня два темных сердца. Это не самый лучший расклад. На самом-то деле. Плюс этот чумной бро. Это тоже небольшая проблемка. Но не за Азазеля. По всей видимости. Автомат для сдачи крови особенно актуален. Эта карта у нас автомат для сдачи крови заставляет появиться в комнате. И я бы не сказал, что мне это нужно. Так, ты еще и гадина стреляешь. Оу, терпеть их не могу. И вот этих тоже не люблю. Так, где золотая комната? Так, минус мухи. Минус мухи. И минус мухи, отлично. Босс найден, как минимум. Очень похоже, что здесь секретная комната. Ну, или здесь. Или здесь. Окей. Хотя бомбы обратно восполнили. Уже что-то. Давайте взорвем синий камень, в котором синие сердца. Все отлично. Бомба. Здесь веселые пилюли. Speed up. Амнезия.
Так, я не хочу открывать золотой сундук. Давайте спидапнемся. Или я хочу открывать золотой сундук? Скорее всего, нет. О, какая-то веселая очень комната. Прям что-то чересчур веселая. Куда деваться от такого, блин, веселья? Ну, с мухами расправились. Червяк. Так, толстая муха. Так, это эпичная, легендарная муха. Вообще эпичная, блин. Нарвался прям на ее выстрел. Совсем не айс. Так, тринкет-ложка. Аркада. Может быть. Тут у нас что-то сплошь бомбы. Ну пусть. В аркаду. Ну, давайте зайдем, глянем, что у нас тут есть. У нас есть попрошайка. Давайте попрошайку разведем на что-нибудь хорошее. Так, бомба, это не совсем то. Не совсем то, что я хочу от тебя, попрошайка. Вот то, что я хочу. Больше жизни. И причем восстанавливаемое, блин. Что такое? Здоровье. Что особенно актуально за Азазель, у которого только черные сердца. Это чревато. О, нет. Терпеть я не могу. Гадость. Че ты? Стреляешь, да? Окей. Ну, стреляй. Так, погналась. Хорошо. Оу. Так, нет. Отдыхай. Я тебя буду убивать. Отлично. О, синее сердце. Вообще прям шикарно. О, это что такое у нас? Регенерейшн. И хп ап. Что за регенерейшн? Так, неведомая штука. Ух ты ж. На, сердечек понавыкидывал. У меня стало два красных сердца. Давайте автомат для сдачи крови поставим. В таком-то случае. Это, конечно, опасно его здесь было ставить. Почему нет? Я еще и в магазин тогда схожу. Вдруг, да что хорошее. Может, еще даже на... Разведем его на... Плюс сердечко. Походу не разведем. Давайте отсюда выйдем. У нас там еще где-то сердца валялись. Где-то здесь. А. Само собой здесь. Здесь половинка. Тут аркада. Здесь вот этот. В магазин я пролетел, все верно. Не хочешь, да? Ну, дело твое. Ты что у нас можешь дать? О, еще монет. Красавчик. Монетки это хорошо. Кстати, нафиг я ставил бомбу, если я мог его взорвать с помощью своей этой... способности на пробел. Мы что, вообще можем вот так попасть, да, по идее? О, чуть не нарвался. Ставим бомбу. Это секретный какой-то там магазин. Что у нас тут? Толку мне с этого четверного выстрела? Так, он апнул мой выстрел, да?
Апнул. Может быть. О, кстати, наряд монашки. Это вполне себе сойдет. Но если только для него еще что-то смогу найти, то будет... Воу, нафиг я сердце взял. Я теперь только дольше заряжаюсь. О, кстати, это минус. Смотрите, как долго я заряжаюсь. Блин, печаль. Не хотелось бы так долго заряжаться. Ладно. О, еще и ночь. Отлично. Ну, пойдем сюда. К примеру. Ну, неплохо подсвечивает, конечно. Это весело. Тут что? Толстопузы. Привет. Они такие суровые. Куда деваться? Стоят такие. Не хватает таблички. Очень крутой сисюсурити. Так, минус. Воу. Гадство. Заскочил за камень. Не хотел этого делать. Блин, а. Тут два красных сердца. Тут у нас золотой сундук. Это неинтересно. Золотая комната. Вполне себе интересно могло бы быть. Но нет. У меня по-прежнему бомба. И жара. Блин, я боюсь. Что тут? Еще бомбы всякая разная. Вполне себе может быть здесь секреточка. Не, нифига. Так, больше пилюлек. Не хочу. Что я хочу? Здесь я ничего не хочу, по всей видимости. Опасно. Окей. Так, блин, смазал. Зато ключей много. Это... Блин, а как я долго заряжаю свой долбий выстрел? 100 раз умереть можно. Золотые какашки. Весьма кстати. Что-то там было такое в магазине. Типа синего сердца. Давайте еще сюда немножко денег закинем. Почему нет? 15 монеток оставим на всякий случай. Вдруг еще на каком-то уровне чего такого эдакого найдем. Ух ты ж, просто аннигилировал. И да, к боссу. Ага, ну по идее не особо сложный босс. Так-то, если разобраться. Воу, я его сразу уничтожил. Это круто. Все статы апнул. Еще ништяк, идем дальше. Правда, какой-то здоровый теперь стал. Ну ничего. Смотрим дальше. Кто у нас где? Где враги? О, так, понятно с вами все. Минус, ребятки. Денег у меня хватает. Скорее всего, в магазине жадность найду. Знаю я такие приколы. Умирай. Что здесь? Блин, это опасные ребята. Неохота с ними даже связываться. Да идите вы. Гад, а? Как ты внезапно выстрелил? Вот когда вообще не ожидал. Мне бы муху защитную. Не, сердечки, это все круто. Но муха защитная круче. На что вы мне намекаете? Не буду с вами ничего играть пока что.
Я хочу еще сделку с сатаной, конечно же. Да... Хотеть хочу, но что-то как-то... Да что такое? Мне эта зарядка долго теперь угнетает. Просто получасовая. Выстрел, конечно, довольно-таки мощный. О, спрячемся. Отлично. Я, конечно, аннигилирую все, что косо смотрит. Или хотя бы немножко прищурится. Ну, ничего. Привыкну я к этой перезарядке, я думаю. Или уже привык даже отчасти. Ну, или отчасти. О, белое сердце, отлично. Это плюс еще одно сердечко здоровья. Это актуально. Это очень актуально. Да, по-хорошему я аннигилирую просто все. Чуть-чуть более-менее живое. Вау. Так, отлично. Как мне к ним подобраться? Супер. Но только получил урон. Особо ненужный. Так, Овин. Ты что делаешь? А, скорость там что-то кого-то. Я теперь что, скоростной? Хм. В общем-то, да здравствует опять-таки Вики. И рога не увеличивают скорость передвижения на 0.25. И при достаточной скорости я вроде как должен наносить урон врагам. Но что это значит? Какую скорость считают достаточной? Не очень понятно. Ну, думаю, может быть, увидим. Твою налево. Опасно. Чё это? Ой-ой! Бомба диарея, понятно. Карты берем. Сердечко не можем взять. Чё в магазине? Конечно, жадность. О чем речь? Ах ты, гадина. Порвало ее просто. Блин, у меня синих сердец почти не осталось. Вот это печаль, беда. Тут что, амнезия? Пожалуй, откажусь. Пойдемте к боссу. Фоллин, еще час от часу не легче. Воу. Что за арт-обстрел? Воу. Минус. Блин, нарвался. Жесть какая. Так, шанс, что я возрождусь после смерти. Так, тролль-бомба. Синее сердце вот реально нужно. И у нас где-то... Так, оно в магазине, нифига, все ясно. Здесь не факт, что есть секретка. А может и есть, а может и нет. Я в аркаду хочу. В аркаде мы можем в чё-нибудь эдакое поиграть. Во-первых, можем тут поиграть. Так, сердечки, круто. Ну и все, да? Лады. Этот парень вряд ли что-то хорошее разыграет. Давайте чуть-чуть сыграем. Еще разок. Да, всякую фигню, в общем-то. По факту одни мухи. Давайте его нафиг уничтожим. Просто. Эпическая сила. У меня ж белое сердце могло быть. Я молодец. Да. Жесть какая. Надеюсь, ты хотя бы мне жизнь компенсируешь. Что я по своей глупости слил на тебя все. Ну, дай, пожалуйста. Спасибо, блин. Совсем не то, что хотелось. Ой, какая жесть. Надо ж так затупить.
Забыл совсем, совсем забыл. Ну, кстати, вот эти полсердечка, что у меня вываливаются периодически, это мой тринкет работает, когда я комнату зачищаю. Там то ли 100%, то ли шанс есть, что это сердечко вывалится, половинка. Ну, конечно, знатно затупил. Ну, окей, будем считать на удачу. Тупим на удачу. Это принесли жертву богу тупости, короче. И у нас теперь все будет хорошо. Надеюсь, одной жертвы ему будет достаточно. Воу. Мухи. Да, вот он опять. Половинка сердечка вывалилась. Когда я зачистил комнату. Да, не 100% походу. Шанс. Да чтоб тебя. Давай, щеки загорелись аж красным. Отлично, аллилуйя, все дела. Что-нибудь хорошее, как правило, нет. Ключи хочешь? Много хочешь? Копилка. Давайте возьмем свинью-копилку. Сохраняет сердечко или что-то там. Жизнь мою, в общем. Что у нас? Это сюда покидаем. Потихоньку надо наполнять уже. А то как-то несерьезно. Всего лишь 170 монет. Я еще даже ни одной свечки ты не видел. Ты что-нибудь дашь хорошее? Дать еще разок. Ну, он какой-то жадный. Ну его нафиг. Что-то разродился. Золотым сундуком. Ты гений просто, вот честно. Ты это гений. Взорвать. Сердечки выпали. Скучный причем парень. Что попало из него выпадает. Ну бы его нафиг. Так, один паровоз съеден. Воу-воу-воу. А вот как этими рогами кого убивать? Что-то я вообще не догоняю. Если воткнусь в кого-то, я сам задамажусь. Вперед этих рогов. Бэтрип. Нет, ребятки. Я как-нибудь откажусь. А, призвать монстра. Это, кстати, полезнее, чем то, что у меня. Не так, чтобы мега полезно прям. Ух ты ж. Выстрел, конечно, у меня жесткий. Это радует. Это очень радует. Это босс. Я, по идее, везде был. У меня особо ничего такого не держит. Пойдемте к боссу. О, нет. Ожирение. Как я тебя терпеть-то не могу, парень? Кто бы знал. Получи монстра. Окей. Мои крутые выстрелы тащат. Тирс и шот спидап. Хочу ли я... Хочу ли я... Денег. На игровом автомате попытаться что-то там раздобыть. Давайте попробуем. Почему бы нет? Сердечек у меня хватает. Здесь вот сердечки. Здесь у нас нет сердечка, тем не менее. Давайте на игровой автомат. Кидаться. На игровой автомат, говорю, на автомат для сдачи крови. КПАП, отлично. Просто супер. У нас теперь вообще озверевшее лицо, рога, крылья, прям такой наместник сатаны, блин. Все супер. Окей. Денежки хорошо заходят. Естоп, только сказал. Я испортил его, окей. Ну, тогда сваливаем. У меня вот защиты никакой нет. Вот это очень плохо. Прям совсем не дело. Так, у нас уровень с мамой. Единственное, что я всех буду высекать своим выстрелом, конечно, очень хорошо. Но главное при этом еще урон не получать. Ух ты ж, зарядился, ожидал прям звездного-то часа. Ой. Иди сюда, родная. Да ё-моё.
Сработало. Тем более, что тупиковая комната. Отлично. Давайте перед этими вот тут вот такие. А теперь раз, и нет у вас. А у нас в квартире газ. Все дела. Так, какаха. А! Костер, ну... Бог тупости. Я ж принес тебе жертву. Ты что, лютуешь-то? Что, у тебя сегодня неприемный день? Так, рок, рок, неуязвимость. Ой, я думаю, неуязвимость нам даже будет актуальней. Хоть какая-то возможность не получать урон какое-то время. Я думаю, очень круто. Муху защитную. Дал муху. Да, в основном имел он в виду меня и муху. Еще деньги, смотрите-ка. Это не хочет. Амнезию дал, конечно. Забудь про меня, забудь. Ну давай уже. Я уже заждался. Так, не хочет. Одну монетку дал. Жадина. Ключи валятся как ненормальные. Всякая фигня в магазинах. Это не к добру. Что у нас тут? Спиддаун. Как-нибудь переживу. Хилсдаун. Шикарно. Спид. Больше удачи. Да, конечно, чё мне. Сердечко отняли. Зато больше удачи. Отличный размен. Мне удача нужна, да. Попрошайка, блин. Денег на тебе нету. О! Это по-нашему. Все проще. Берем Библию. Старый проверенный способ. Берем эту фигню, чтобы она не попадалась. И Библия валим тупо боссов. И вообще не паримся. Останется только с сатаной дела уладить. Все вообще шикарно будет. Окей. Можно было, кстати, последнего цепануть. Что-то я как-то того испугался. Воу. Паучара нет. Как же я рад, что у меня есть полет. Прям вообще. Ты что ты так как резко-то? О, ой, ой. Так, как тут, что тут? Надо этого достать, да? Такая логическая типа задача. Ну окей, у меня против тебя Библия есть, так уж можешь не выпендриваться пока. И не орать тут, Айзек, не Айзек. Спит и шот, спитап. Отлично. Куча сердец, всего всякого. Уходим. Угу. Куда тут идти? По теории вероятности, конечно, в большую комнату. О! Супер. Так, полетели головы. Прям в прямом смысле этого слова. Полетели головы. Лады, лады. Так, ключик. И, конечно же, это тупик. Само собой, о чем речь. Идем сюда. Да что ты такое? Я еще бог точности. Воу! Не успел зарядиться выстрел. Ну как так, а? Демона превратиться можем. Больше урона, все дела. Я думаю, мне как бы это не очень нужно. С моим нынешним уроном. Два сердечка может актуальнее оказаться на самом деле. Это значительно так актуальней. Что у нас? Бомбы, монеты, всякая лабуда. Тут что? А, это летающая.
типа попа, что ли. Так, ты тоже прощай. Что у нас тут? О, эти головастики наглые. Пока. Ну и босс. Собственно, то, что нужно. Но это смерть. О, еще и легендарная. Чемпионская ли версия? Оу, оу. Ты опасный. Да блин, я столько урона получил. Пробы не хотел я получать. Из-за этого гада. Три сердечка. Конечно, сатну как валить вообще не представляю. Конечно, еще какую-то книжку мне за два сердца. Я что, совсем камикадзе? Идем дальше. Единственное, что, конечно, с сердцем проблем не будет. У меня как бы есть книга, но, блин, от этого... Конечно, ночь. Само собой. Ух ты ж, какая подсветка жесткая. Смертельная причем. Так, что ты, беспонтовый двойник, не можешь поделать такой супер-пупер выстрел? Походу нет, он не смог с этим справиться. Так, не надо в меня то такое стрелять. Давайте эти непонятные бесполезные щупальца уничтожим. Кто-нибудь знает, есть ли от них какой-то толк или урон. Вдруг они, может, через полчаса нахождения в комнате начинают атаковать внезапно. Но я от них вреда никакого не ощутил пока что. Да иди сюда. А, что тут? Ой, тупик, да? Отлично, зашли в тупичок. Еще ночь, конечно, напрягает. Ох, как напрягает. Давайте сюда пойдем. Тут, само собой, еще один тупик. О, я еще урон получил. Это вообще некрасиво. Хорошо, что есть. А, двойник опять, да? Началось в деревне утро. Пока. Ай. Забыл, что стрелять нужно. И это тупик. Ну, само собой. Давайте поступим логично. Пойдем в еще один тупик. Чтоб уж наверняка умереть. Весело. Блин. Как-то не очень. Ну, что-то не повезло. Ладно, в любом случае. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.